Самое главное и ценное в жизни – это взаимопонимание и любовь. Там, где тебя любят, и там, где ты любимый. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Как прекрасно и как хорошо, когда двое становятся одно. Разный характер, разное может быть воспитание, разные порядки в той или иной семье. Но когда вы сошлись, вы снисходите, вы с пониманием относитесь друг к другу. Сегодня мы на этом брачном торжестве. Поэтому давайте мы в молитве обратимся к Господу и попросим Божьего благословения, чтобы Господь был сегодня с нами. Вы будете иметь домашнюю свою церковь, когда вы будете вместе читать Божье Слово, когда вы будете молиться вечером, утром, может быть, в течение дня.
Это есть ваш семейный очаг, и он представляет как ячейку церкви, и ты как глава, как пастор, как священник.